Всем привет. Вот получил сегодня очередную посылку с китайского сайта AliExpress. Кошелечек, мужской кошелечек. Уже распечатал я его для удобства. Вот в таком пакетике он был. Грамм. Вот такой кошелек коричневого цвета, мягенький, приятный на ощущение, такие логотипы на нем выдавлены. Защелочка на магните. Довольно так прочно. Кожа, не кожа, не знаю. Зам, конечно. Кожзам. Вот так бархатисто, приятно на ощупь. Отделение тут, полно отделений. Сюда можно что-то ложить. Здесь отделение второе. Заначки, так сказать. Вот здесь есть, можно сюда засунуть. Вот. Сюда. Сюда опять же. Вот всевозможные. Нет, не влазит сюда. Наверное, для пластиковых. Нет, влезло. Здесь то же самое начинается. Сюда. Сюда можно. Большое разнообразие. Здесь можно. Так, здесь уже. Так. Вот такой прочный замочек под мелочь. Довольно-таки небольшой, но вместительный. Он туда много влезет, захлапывается. Здесь что мы имеем? Несколько отделений. А именно два. Это для мелких купюр. Следующее отделение на молнии. Молния такая слабенькая, пластиковая. Ну, открывает, закрывает. Вот сюда можно ложить купюры. Все качественно прошито. Вот такой кошелек.
Сейчас он на сайте, вижу, 385 рублей. Я брал где-то за 200, нет, 290-300. Вот такой. Пойдет. Мягенький такой. Все. Спи. Всем спасибо. Пока-пока.